Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. В студії я, ведучий науково-популярної передачі, Олег Туляков, доцент Сумського державного університету та постійний експерт, кандидат економічних наук Валерій Іванович Борзунов. Доброго дня. Добрий день. Шановна громада, 2018 рік, який зараз йде, це рік передвиборчий, рік виборчої кампанії, яка, як ми вже бачимо, розпочалася. У 2019 році спочатку нас очікують президентські вибори, потім восени 2019 року ми будемо обирати новий склад Верховної Ради, потім місцеві вибори. Але є специфічна виборча кампанія, є специфічні вибори, які стоять дещо осторонь від цих виборчих процесів, про які я щойно сказав. Це вибори в так звані об'єднані територіальні громади. Ці вибори пов'язані із процесом децентралізації, який наразі йде в Україні. Про децентралізацію у цій студії ми вже говорили з вами багато, ми і аналізували, і вносили свої пропозиції. Але справа в тім, що ось останнім часом загострилися деякі проблеми у зв'язку з цими виборами в об'єднані територіальні громади. У квітні нас також чекають вибори в окремій ОТГ на Сумщині. Отже, ми вирішили поговорити про ці проблеми, проблеми, які пов'язані з виборами в об'єднані територіальні громади. Ну, розпочнемо ми із традиційного питання. Ми спробуємо вам надати зрозумілі, ясні дефініції, визначення понять. Отже, перше питання до нашого постійного експерта. Що це за ОТГ, об'єднані територіальні громади, що це за вибори в ОТГ, ну і що це за процес децентралізації? Будь ласка, Валерій Іванович. Ну, во-первых, действительно, мы много говорили по поводу ОТГ, то есть объединенных территориальных громад. В отличие от тех выборов, которые вы назвали, это плановые выборы, то есть они у нас проходят через определенный календарный период времени. Но если не возникает каких-то конфликтных ситуаций, где требуются досрочные выборы. То есть, в принципе, мы сейчас входим вот в трехлетний цикл избирательной такой кампании. Я не исключаю, что, возможно, будут и такие ситуации, которые приведут и к досрочным выборам. Но пока мы ориентируемся на тот календарь, который сложился, и он, как вы уже перечислили, охватывает трехлетний такой срок. Что касается выборов территориальной громады, это действительно особое направление, и эти выборы привязаны к процессам децентрализации. То есть в процессе децентрализации происходит объединение территориальных громад, формирование его как субъекта административной территориальной реформы, такой вот территориального кластера, я так называю, и, соответственно, там происходят выборы власти. А что, собственно говоря, означают сами выборы? То есть объект территориальной громады, есть вот территориальный кластер. И есть система управления этим кластером, этой территориальной громады. Вот выборы – это инструмент формирования системы управления, где в качестве субъекта управления избирается власть, представительная власть и исполнительная власть. Поэтому, когда мы говорим вот о проблематике выборов, то это не просто выбрать там депутата или выбрать там мэра города или председателя территориальной громады. Это формирование системы управления, то есть выборы представительной власти, выборы исполнительной власти, взаимодействие всех ветвей власти на данной территории. То есть это целая система управления. Это одна проблематика. И вторая проблематика, а что собственно представляет собой объект управления, что такое территориальная громада и чем она отличается от других субъектов управления. Вот две проблемы, их нужно как-то увязать, и в этом и заключается сложность самого этапа или процесса создания территориальной громады и процесса управления этим объектом. Валерій Іванович, ми про децентралізацію в цій студії говорили не раз. Все ж таки, я думаю, що зараз є сенс ще раз нашим глядачам сказати про причини, чому ми говоримо про децентралізацію і чому ми говоримо про ці вибори. Які можливості, потенційні можливості утворює децентралізацію?
децентралізації? Чому ми вважаємо, що ці процеси, які у зв'язку з децентралізацією виникають, пов'язані ось з нашою передачею з точки росту, де що там дійсно можуть виникати точки росту? Но если мы говорим о децентрализованной системе управления, то есть есть централизованная система управления, когда по вертикали формируется система власти, они взаимоподчиненные, то есть это отдельный вид, мы его пока не рассматриваем. Мы рассматриваем децентрализованную систему управления, где в качестве базового субъекта определена территориальная громада. То есть это вот граждане, население, проживающие на одной территории какой-то, вот то ли это село, то ли это населенный пункт, то ли это город, вот, то ли это регион, там область, ну и объединенные какими-то вот едиными целями самоорганизации, самоуправления, устройства, то есть формирование своей собственной жизни. Вот такое объединение позволяет говорить уже не о просто населенном пункте, не о просто там живут тут население или граждане какие-то, а уже территории, которые требуют особого вида управления. Так вот, объединенная территориальная громада, она объединяет отдельные села, отдельные населенные пункты, где сами по себе есть территориальные громады, и создает такое вот объединение. И они являются уже основой, базой для регионального управления. То есть, если просто говорить, то область уже разбивается на ряд объединенных территориальных громад. По перспективному плану у нас там 50 или 55, сейчас я уже точно не помню, но это такое количество. В отличие от того, что раньше было районирование, то есть районное деление. То есть область была разбита там на 18 районных территорий, и это составляло область, то теперь в основе лежит вот объединенная территориальная громада. Вот чем, собственно, она отличается. Это если говорить о администрировании. Но система управления требует децентрализации не только вот территорий, не только взаимоотношений властей, но и требует децентрализации материальных и финансовых потоков. Поэтому с этим связаны реформы, я так называю их секторальные реформы, которые делают совершенно другую систему управления, и секторальные реформы, которые обеспечивают ну, какой-то, как мы предполагаем, новое качество жизненного уровня. Это и реформы здравоохранения, пенсионные реформы, образования и так далее, и так далее. Вот в совокупности все это и определяет суть децентрализації і АТГ як базова єдиниця. Володимир Іванович, перш ніж перейти до другого питання, до проблематики, які пов'язані з цими виборами, ну, я би хотів ось про що сказати. Ми з вами і учасники, і інші учасники нашої громадської організації Фонд регіональних досліджень, ми відвідуємо заходи, які пов'язані з виборчим процесом, з децентралізацією. І ось в мене таке враження складається, що, ну, от є учасники певного заходу, говорять про децентралізацію, про ситуацію в державі, говорять про проблеми, і усіх їх об'єднує якесь відчуття того, що ну, ми доходимо вже до якогось краю, що скоро, як це квазістабільний стан, про який говорять філософи з енергетики, він скоро припиниться. Відчувається якась приреченість, очікування чогось, якихось змін, причому змін сумних для нас. От це їх об'єднує. Ну, наприклад, говорять, що ось недостатньо фінансуються виборчі комісії, треба більше грошей. Наприклад, про це говорять. Але всі усвідомлюють, що грошей не буде, в бюджеті немає грошей. І ось так от, ну, про щось говорять, ну, вже з такими ознаками приреченості. Тому давайте поговоримо про цю проблематику, давайте її зараз чітко представимо, і щоб нашим телеглядачам було зрозуміло у зв'язку з чим ось такі настрої панують. Когда начинают разговоры вот о финансировании, о формировании там территориальных избирательных комиссий, округов, как их разделить лучше и так далее, вот у меня вызывает это чувство какого-то ну, пустословия. То есть люди говорят, ну, вроде бы-то и нужные вещи говорят, но под них нет никакой ни материальной, ни идеологической основы. Вот почему я так считаю? Ну, во-первых, давайте возьмем первую проблему, если мы говорим о выборах в территориальной громаде.
А что такое на сегодняшний день представляет собой объединенная территориальная громада? Вот смотрите, принцип объединения, принцип самосоздания. Я всегда говорю, когда собираются люди, граждане там, на общественные слушания, я задаю всегда вопрос, какой документ вы рассматриваете? У вас есть какой-то документ, который говорит о том, что это объединение эффективное, что это объединение создаст самодостаточную территориальную громаду, что это объединение может выйти на какую-то экономику будущего. Вот такого документа вообще нет. Для меня это ну, дико, когда я там спрашиваю студента там, первого курса, даже не экономического факультета, что нужно для того, чтобы там, открыть собственное дело, там, ну, киоск какой-то. Мне студент сразу говорит, а бизнес-план нужен. Вот я, грубо говоря, спрашиваю у наших реформаторов, вы делаете объединенную территориальную громаду, у вас есть бизнес-план? Такого понятия вообще нет. То есть мы создаем территориальную громаду заведомо без экономических параметров, без экономического обоснования. Раз проблема. Вторая проблема. Если посмотреть с точки зрения действующего устройства, я уже говорил, нас разбито на районы. Мы говорим, что в целом наша страна экономически неэффективна. По всем макроэкономическим показателям мы слабая страна с очень низким качеством жизни. Я не буду цифры приводить, но это общеизвестно, это так. Соответственно, если брать область, то мы где-то в два раза по макроэкономическим показателям ниже, чем в целом по стране. То есть и регион тоже слабый. Если уже брать районные центры, то они, естественно, экономически не более сильные, чем в целом регион. Но, тем не менее, уже так за многие десятилетия основные финансовые ресурсы, капитальные ресурсы вкладывались в города, в районные центры, в областной центр и так далее. То есть там сформировалась какая-то инфраструктура социальная, там сформировалась более или менее промышленность, которая, в общем-то, за 25 лет разрушена. Но тем не менее, что-то там создано. Что мы делаем с территориальными громадами? Мы берем эти районы, делим на 3, на 4, на 5 из, будем говорить, несамодостаточного района создаем 5-6 нищих территориальных громад и говорим, что это мы смотрим в будущее. Вот второй аспект, о котором я ну, всегда говорю. И на вот этой вот ну, не экономически неспособной территориальной громаде мы теперь говорим, а давайте формировать власть, то есть давайте формировать систему управления. Какую систему управления, какую мы власть хотим туда избрать или сформировать, заведомо зная, что эта территориальная громада экономически несостоятельна. Отсюда вырисовывается вот то, что вы говорите. Мы ее сформировали, теперь нам нужно решать проблему дотации через субсидии, через субвенции и так далее. Вот первую проблему я обрисовал. Когда мы говорим о избирательной системе, мы прежде всего должны смотреть, а мы правильно сформировали эту громаду, эту территориальную громаду, или неправильно. Если неправильно, то какую власть туда ни посади, все равно она экономически не будет правильно управлять. Вот первая проблема. Вторая проблема, мы потом поговорим, собственно, в чем дефект или в чем недостаток самой избирательной системы. Валерий Иванович, тут один эксперт, який зробив допис у нашій групі, він порівняв децентралізацію, яка зараз йде, і ту децентралізацію, яку ми з вами пропонуємо. От громадянський є шлюб, да, між чоловіком і жінкою, є офіційний шлюб. Якщо офіційний шлюб, то чоловік і жінка планують народження дітей, планують спільну власність, придбання матеріальних цінностей. Тобто вони хочуть утворити щось якісно нове, щось стале і щось таке, що має перспективи на розвиток. Громадянський шлюб, коли просто там зійшлися, ну, шлюб ситуативний. Потрібно, щоб вирішити певні ситуативні питання. І ось цей експерт говорить про те, що децентралізація, яка зараз на Україні наразі здійснюється, вона така от і є. Це як от, ну, штучна
об'єднували якісь сила для того, щоб посвоїти гроші там комусь, для того, щоб виконати якось інші там забаганки. Але це не є серйозним, це не є таким, яке відповідає дійсно перспективним баченням. Як ви вважаєте, ось така аналогія, вона... Ви знаєте, я навіть от ризикну назвати те, що відбувається з територіальним громадом, більш жорстко. Ми провели за 25 років деіндустріалізацію. То есть, если посмотреть, какие промышленные предприятия, заводы исчезли из городов, любого, вот в Сумах, посмотрите, всем известно, там в Глухове, там в Путивле, ну, процентов 70 промышленных предприятий было уничтожено. То есть мы уничтожили промышленный потенциал города или там районного центра. Теперь взялись за сельское хозяйство, за сельскохозяйственные, сельские территориальные громады. Что из материальных активов наиболее важно в сельской территориальной громаде? Земля. Мы отрываем село от города, то есть разрываем вот эту связку с промышленностью, хотя прекрасно понимаем, что без промышленности никакой эффективной экономики не построишь. И теперь готовим сельские территориальные громады к купле-перепродаже земли. Мы убираем, уничтожаем последний актив в сельской местности. В результате мы не имеем промышленности в городах и не имеем эффективного сельского хозяйства в городе. Я это называю не просто вот некомпетентность. Пусть мне все простят, но это больше похоже на экономическую диверсию. Или вредительство. Или вредительство, да. Деякі можновладці радянські доби так би назвали це, вредительство. Ну добре, друга проблема. Да, вторая проблема – это, собственно, сама избирательная система. С появлением такого субъекта, как территориальная громада, возникает и вопрос, а представительная власть, исполнительная власть, кого должна представлять? Вот сегодня на весь избирательный процесс построен на партийной системе. То есть партии выдвигают своих кандидатов, они формируют депутатский корпус, соответственно, исполнительная власть. И получается, что у нас в системе управления главная фигура партия, а не территориальная громада. Когда территориальная громада еще не была субъектом, но она как-то так растворялась. А теперь это противоречие обострилось, потому что территориальная громада есть, а представительства там нет. То есть партийная система там работает. Это первое. То есть для того, чтобы создать нормальную систему, нужно иметь представительство. Второй момент, когда мы начинаем по вертикали там двигаться, допустим, областной совет на уровне регионального управления. На уровне регионального управления решается вопрос взаимодействия между территориальными громадами и взаимодействия между регионом и центральной властью. То есть по логике, по-видимому, представительство территориальной громады должно быть в областном совете. На сегодняшний день нет, потому что там опять-таки сидят фракции от партий. Партии на сегодняшний день не только не представляют интересы общества и территориальной громады, я называю одним из главных источников коррупции. То есть прежде чем говорить о самой вот технологии избирательной, нужно решить вопрос, что территориальная громада или общество, или как записано в Конституции, народ есть источник власти. Территориальная громада должна быть источником власти, а тогда под эту дефиницию уже строить систему управления и собственно, выборов. И последний момент – это исполнительная власть. Вот мы дошли до того, что вот на примере нашего Сумского там горсовета, там уже исполком не умещается за президиум. Там от каждой фракции кто-то уже в исполкоме сидит. Исполком – это сугубо профессиональная структура. Если в представительной власти депутаты еще могут между собой там конфликтовать, спорить, дискутировать и так далее, то исполнительная власть должна быть четко работать на выполнении той стратегии, которую утвердили. Вот третий момент. Пока мы не будем иметь профессиональную исполнительную власть как на уровне АТГ, так на уровне области и как на уровне Кабмина, у нас никаких реформ не будет и никакой экономики будущего не будет. Ви знаєте, Валерій Іванович, я завжди із нетерпінням переходжу до традиційної частини нашої передачі, до наших пропозицій, як змінити на краще, бо в мене, знаєте, якийсь такий вже страх, що зараз люди сидять перед своїми телевізорами, слухають усе це, і я хочу, щоб вони якнайшвидше побачили, що ситуацію можна виправити, що ми недостатньо
недостойні такого життя, що ми недостойні такої долі, і усі спільноти, які дійсно вболівають за Сумщину, за Україну, які намагаються думати і шукати вихід з ситуації, вони повинні прислухатися до наших позицій та вступати в цей позитивний дискурс і займатися вже конкретними справами щодо втілення цих ідей. Що ми пропонуємо? Ну, то, что мы предлагаем, на мой взгляд, вообще не требует никаких каких-то глобальных таких инвестиций, требующих там миллиардные какие-то вложения. Ну, вот начинаю. Я говорю о том, что территориальные громады должны формироваться по экономическому принципу. Ну, начните с того, что там за 3-4 месяца разработаете какой-то проект этого объединения, ну, я называю стратегию развития, где я показал, что там вот есть экономические какие-то выгоды от нашего объединения. И начинайте работать тогда по этой стратегии, а не просто так толпой проголосовали, там не проголосовали. Вибачте, будь ласка, тобто на цій стратегії будуєте виборчу кампанію, да, в даному? Нет, сначала я создаю территориальную громаду на основании какого-то проекта. Я вижу, что это мне выгодно, и я через 3-4 года буду иметь там валовый оригинальный продукт там, на 2%, или на 10%, или на 50%. Или наоборот, я вижу, что в такой конфигурации это невыгодно. То есть нет смысла создавать территориальную громаду там, численностью 3-4 там, тысячи человек. Я вижу, что мне делать с депрессивными селами, когда туда входят, а их процентов 70 в каждом районе. Это первый момент. Тут ничего не требуется, только желание, воля и мозги. Больше ничего не нужно. Второй момент, когда мы говорим уже о самой избирательной системе. Ну, первое, по крайней мере, на местном уровне, на уровне самоуправления, да никакие партийные системы не должны быть. То есть должна быть нормальная мажоритарная система, где каждый регион или каждая территориальная громада или каждый населенный пункт имели своего представителя. Что тут непонятного и что тут, говорится, говорят, что, мол, а вот там купят всех. Ну, по мажоритарной системе, по партийной системе все равно все покупается сейчас. Это не зависит от этой системы. И третий момент. Это уже, говорится, даже африканские страны переходят на электронную систему голосования. Там даже доходит до того, что люди неграмотные, поэтому приходят, там отпечаток пальца ставят и голосуют. А эта система как раз унеможливает фальсификацию электронной системы голосования. Это система позволяет вводить так называемый перенацифицированный мандат, когда каждый депутат может быть отозван, когда я голосую. Я отдал голос, я могу сам его в любой момент собрать. Набирается количество голосов, которые выражают недоверие депутата, автоматически решается мандат. Вот три момента, которые требуют только желания и воли, и способности людей, руководства реформировать это. Больше ничего не надо, и система сразу изменится. Причому я добавлю бажання та волі тих людей, які вже там знаходяться, які вже працюють, правильно? Які вже є на місцях. Да, вот это очень важный момент, потому что то, что мы описываем, это изменение системы снизу. Вот, ждать, когда нам сверху такие блага спустят, ну, пока не получается по разным то причинам. Но раз мы создали территориальную громаду, так, ну, ребята, возьмите в свои руки, попытайтесь изменить вот так вот, как мы там, допустим, предлагаем. Ведь для этого только ваше желание нужно. И если не хватает знаний, привлекайте тех людей, которые вам могут помогать. Знаєте, Валерій Іванович, з одного боку, я хотів би там, заспокоїти себе, всіх заспокоїти, що є якась об'єктивна логіка історичного процесу, що ми все рівно до цього прийдемо, що так воно, як ми говоримо, і буде. Але з іншого боку, дивіться, люди зараз не доїдають, вони не можуть нормально пролікуватися. Якість життя настільки зараз низька, що просто нація знаходиться просто в такому жалюгідному стані, просто жалко людей. І якнайшвидше треба те, що ми пропонуємо втілювати життя. Ну, швидше, ще і не тільки тому, що от ви сказали, швидше, тому що то, що можна було робити в 20 веці 10, 15, 20 років, от така еволюція вяла і медленна, то зараз всі вже розуміють, що час зжимається, і то, що раніше робилося за 50 років, зараз робиться за 5, за 6 років. Тобто ми повинні цей путь проходити не за 20 років, а за 2-3 роки.
Дякую, Валерій Іванович. Шановне товариство, сьогодні так от з вірою в Україну, з вірою в Сумщину, з вірою у найкраще ми говорили про проблематику, яка пов'язана з виборами в об'єднані територіальні громади. Традиційно сподіваємося, що ми говорили про такі речі, які близькі вам, які цікавлять вас. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.